Сегодня престольный праздник у нас по Теряевке, 16 сентября. Мы только что проводили гостей, владыки не было. Приехали два священника и диакон. Все прекрасно. После этого обед был, накормили. Ну, сейчас час дня, они уже уехали. И батюшка уехал, там ведет он службу в воскресенье. А мы здесь остались. Овечки. Вот они, барашки. Давай. Вот это вот там дальше другой дневник был. Там лежали они в грязи, вон там вот. Смотри. А потом вот это построили до обеда. Заранее жердей навозили. Ребята тут были. Вот они пошли, овечки. Вот они. Видишь, куда лезут? Добрый день. И вот это новое, вот опять они, видишь, тут низинку, вода держится, а там сухо. Тоже работа. Коров в первые годы было больше, чем сейчас. Игорь Барабаш держал большую часть. Игорь Глушков много было, а сейчас там одна корова. Тут травы замечательные везде. Дальше вон поселок, это почти 10 километров до него. А они гоняют вот за эти околки даже. Нашим приходится бояться, чтобы не смешались. Корчинские там на одном месте толкутся. Видишь, у нас как все загорожено. Нынче разгородилось, а ну тут они уже все здесь загородили как следует. Вот оно где. Видишь, деревья подпиленные. Ну, это лагерь, вы видели, где...